Гипермаркет «Глобус» известен своим активным участием во многих благотворительных акциях. Коллектив торгового центра не остался в стороне от добрых дел и во время пандемии коронавируса. За неравнодушие и активность сотрудников гипермаркета наградили грамотами по поручению депутата Госдумы от Щелковского округа Сергея Жигарева и руководства регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Московской области. Они всегда социально значимую инициативу нашу поддерживают. Всегда помогают в реабилитации детишек, которые в благотворительном фонде проходят патронаж. И вот в случае эпидемии, которая случилась у нас в России, они опять были первыми. В разгар пандемии гипермаркет «Глобус» в виде благотворительной помощи предоставил необходимые защитные средства станции скорой помощи, закупил более 9000 полуторалитровых бутылок питьевой воды для Щелковской областной больницы и более 100 продовольственных наборов для общества инвалидов. Награждение – это всегда приятно, поэтому мы выражаем со своей стороны благодарность. Мы ценим, что оценили нашу работу, наш вклад в это нелегкое время. Поэтому огромное спасибо. Награждение грамотами также было приурочено к Дню работника торговли, который отмечался в минувшую субботу. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.